Если не подчиниться, ясное дело, сотрудники полиции предпримут все законные меры для наведения порядка. Вас удовлетворяет мой ответ? Очень приятно. Метро. Прессу тоже самое просим двигаться. Тихо. Это цифра конечная. К этому времени должно уже быть наведен порядок. Насколько мы поняли, они сами расходиться не собираются. Поэтому было принято решение провести это в утренние часы, чтобы не мешать другим людям, раз, чтобы не загружать станции метрополитена. В концлагере беззаконие, очевидно, мотивированное политиками из Кремля. Людей выхватывали из спальных мешков, распихивали по автозакам. Сейчас они находятся в полицейском участке, причем к ним даже не пускают адвокатов. Требования следующие. Дать возможность людям здесь оставаться, потому что это мирная форма протеста. Цели у нас очень простые. Освобождение политических заключенных, проведение широкой политической реформы и новые выборы. Совершенно верно. Да, наши требования из декабря не изменились.